маленькая торжественная церемония, председатель комитета по спорту сегодня, завтра у нас первый матч. Уважаемые коллеги, накануне открытия чемпионата мира фан-айди, а по-русски паспорт болельщика, вручается болельщику с кристальной репутацией. Все службы безопасности и России, и ФИФА, и других государств проверили и могут с ответственностью заявить, что это самый лучший болельщик. Спасибо. И самый любимый Владимир Жириновский. Да, я один. Завтра я в нем так и пойду. Ну что, мы рады тому, что чемпионат проходит, и мы все будем почти присутствовать на отдельных матчах. Прогноз на чемпионат. Значит, победит Германия, на втором месте Испания, на третьем Бразилия, на четвертом Аргентина, и туда дальше. Россия должна оказаться в 16 командах, которые выйдут, так сказать, в полуфинал. Из группы выйти должна, из группы завтра 2-0 выигрываем у Саудовской Аравии, Уругвай 1-1 и Египет 1-0 выигрываем. Вот такой прогноз на выход из группы. Но в целом все-таки в число 16 команд мы должны попасть. Мы будем надеяться, что будут успехи и будем болеть. Вот у всех у нас вот такой вездеход. Везде прохожу я, везде, никто не остановит. Все.